Ведьмаку заплатите, зачтется все. Блять, ебаный шаг, сука. Жека, пошел ты, понял? Грош цена такой дружбы. 10 лет с тобой дружил. От кого, от тебя не ожидал? Да что я сделал? Вот я вообще не понял. Черт, смысл, снимай. Баста, хатырмаш, я же сказал тебе, никуда не пойдешь. Ладно, Бека. Че, пусть идет куда хочет, че ты? Ох, бля. Не туда зашел. Ахмат, прости, но нам надо расстаться. Почему? Мне как будто не хватает кислорода, тесно. Как будто за нами кто-то всегда следит. В смысле? А ты про моих родных, что ли? Эй, Сикош, Пикош, пошли тикеты туда. Эй, ты что делаешь? Это ветер в Астану. А что ты до кровь налила? Я просто из южного племени воды. Жизнь бумеранг, как она есть. Меня зовут Аба, я последний зубролет. Летающий зубр аватара самолет. Даниэля! Ой, привет, как дела? Чего не здороваешься? Да я ж как слепая, вообще не вижу людей. Брат, что с тобой? Да батя вчера прогнал. Огняками в глаз пустил. Фу, всегда чай не попью, потом голова болит. Он что, пойди, иммунитет улучшает. Бега? О, тёнти, бегемонти, классно. А что с пешком больше, ты же машину поднял? Да, BMW X5. Чё, где? Да, на истошку загнал там. Одна фигня осталась, починить надо. А, ну всё, давай. Скоро, покатай. X5. Бэм-бэм! Давай, Синджандас! Бека, ты чё на самокате, а где X5? А, X5 там же, на истошке, там одну фигню делал, другая фигня вылезла, блин. Ладно, я на исту. Да, брат. Ты Бека? Салам алейкум, Джуни. Ты чё на метро? Да, BMW на истошке, как всегда. Да? Зато BMW. Не, Бэха тема. X5, твой X5. Эй, Бека! Давай! Чё, Бэха? Тема! Чё, куда едешь? На исту, братан! Ага, давай! Бега, а? Постин. Есть же этот пацан, который с Ролтоном на голове? Что за? Ахмат его зовут. А, ну. Там капец, мне вообще не нравится, не знаю, как его отшить. Ну, что мы можем сделать? Попробуем. Блин, это уже третье свидание. Может, уже пора перейти на новый уровень? Ахмат, запомни одну фразу. Все будет, но не сразу. Ай-бу! А это налетай! Шлянга, тебе проблем не хватает, что ли? Вон, собака, меня не пожалеть, тебя вообще не пожалеть, сейчас похороним тебя здесь. В смысле похороним? Я сейчас своего братана позову, он торпеда, он убийца, он машина. Зови. Разбег! И кто тебя бит? Симба! Болт, братан, все. Вали отсюда. Братан? Как у тебя получается быть таким свирепым? Это годы тренировок, отношения, жена. Короче, не важно. Что, в натуре, что ли? Я сейчас приеду. Куда ты сейчас приедешь? Жан, там рамсы. И чего? Я, блин, уже оделся, но стол стоит на броне. Как сделать? И меня попутал! Длинно! У меня у сестренки мячик сдулся. Можешь просто приехать надуть его? Давай я Нурику наберу, мы пойдем к его бате ключи возьмем, гараж откроем. А потом, короче, у него в машине вот есть насос. Еще иголка, да, есть для насоса. Как сделать? Подожди зарядку. Да, это зарядку, да? Шандос, просто возьми и подай, хватит говорить, как сделать. Да вообще не вопрос. Шандос! Как сделать? Шандос! Как сделать, а? Как сделать? Что случилось, Шандос?
Салам алейкум, пацаны. Бека, что с тобой? Да, вчера джай зацепился, понравился. А что, из-за чего? Да, там. Не, белым нельзя. Что смотришь? А что? Да ну. Кент, который всегда обижается. Пацаны, пойдемте похаваем? Не, брат, мы только что похавали. И что, меня позвать не вариант было? Чего их маток, сыночек твой? Да ничего, нормально же, годик скоро. Серьезно? В смысле, сыночек? В смысле, ну, Хамат... Типа твой сын? Да, я тебе не говорил. Ладно, брат, я пошел. Че ты куда? Да меня поздравить маму и девушке с днем рождения. А че ты меня с собой не возьмешь? Жандос, может хватит на всякой херни обижаться? И вот так постоянно, куда их делать? Да я не обижаюсь, да, я же угораю. Блин, что за мной менты едут? Так, 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 ремень на месте. Так, права, права. Че там вчера ты с этой девчонкой в кино сходил? Не, братан, она какая-то непостоянная, как Альфара бежит. Ну, она, короче, сначала говорит, типа, все слишком быстро развивается, а потом говорит, нет, че, мы медлим. Соберись, соберись, тряпка. Чего они так долго за мной едут? На чем мы едем? Я вчера видел Гульнаркиной братишке свадьбу была же. Ну, это пахнет генный той был. Блин, тоже жениться хочу. Бізге камрюха бергенде әдем ететін еді. Оптимальный вариант. Вайнер емес па? Не, анау ғой. Жоқсайыз. Жоқсайыз. Джега ғой бұл Джега. Э, Джега! Блин, братан, ты уверен, что тебя надо сейчас забирать? Просто сейчас уже 4 утра все-таки. Ахмат, знакомься, Камила. Привет. Эй, все, выкатили. Камила, Камила, смотри, мы с ним похожи. Братишка мой, на одно лицо, да? Нос особенно. Камила, тебе куда? Мне в Каскеле надо. Поехали. Все, приехали, пока, Камила. Пока, спасибо. Ты дурак, зачем я в Каскеле повез? Сказал бы, что бензина нет. Ты сам сказал же, что... Ой, блин. Поехали, похаваем. Донер с пепси, капец, сальтит. О, нифиговая песня, громче сделай. Wise man. Там для меня бабки на соле. Увидел, как твой братан отжигает? Поехали в караоке. Братишка, я тебя страшно люблю. Ты должен быть самым лучшим. Ты меня любишь? Да, люблю. Конкретно лучший. А чё, где Тимоня? Спит, сейчас 4 утра. Я его всегда больше, чем тебя любил. Э, Моля, можешь потише, а? Капец по мозгам бьет. Как дела? О, Тимоня, у него... Давай, стартуй, газуй. А ты не думал машину золотую пленку так покрыть, как Ирлик Давидович? Все, с меня корм так полный бак. О, у тебя полный бак? Ну, не судьба. Че, батя, притопить не дает, да? 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 Да ничего, я поговорю, нормально все. Будешь топить по Альфараби 78. Кожа, да это? Да, это зажигалка есть, давай сейчас проверим. Че, не куришь, что ли? А че, ты сам машину не моешь, что ли? Ну, мойки же есть, зачем? Я вот, например, сам переобуваюсь. Вот мне когда по факту конкретно вот так вот поясняют, я такой, хоп, переобулся. Давай, давай, топи, топи, 160, ебаш, похер, батька отвечать, дядька твой конкретно, давай. Добро. Бля, я отвечаю, боюсь с тобой ездить. Как ебаный едешь. И что, руки не отклеиваются. Чем идти будешь сегодня? Да не знаю, девчонка решила увидеться. Посмотрим, ну прикольная. Ты это главное, не торопись. Да не, братан, джаешь, знаешь сам. Да вот, снимаем видео. А ты чем занимаешься? Да особо ничем, в универе учусь. Я тебя люблю. Братан, а че ручка мокрая? Че ты паришься, я же никто не обоссал. Eventually. Твой самовлюбленный Кент. Блин, не знаю, бороду отращивать или нет.
Я так и так соска. И пацаны, вообще не переживайте, Жандос ага на месте. Кукешка все порешает. Братан, ты когда сына будешь назвать, подумай над вариантом, Жандос. Базар нет имя. Да я бы так же смог. Или лучше. Брат, подожди. Все, иди. Я ничего, дома лежу, отдыхаю. Ты чем занимаешься? Брат, сфоткай. Много раз фоткал. Ну да ладно. Че мы обо мне и обо мне. Давай лучше обо мне. Да не бойся. Тимоня, давай, присоединись. Твой жопу руки брать, сейчас буду за рулем сидеть. Ага, веки, я джургенцу калада. Я по делам. Ага, ой, нажик-то. Ещек балам, машина айдап юрет джурм, ага. Аккуратней, кочка ж балам. Еще кочка, вон кочка. Кочка, чуп. Давай направо, аккуратней. Сугат! Там нет никого, пап! Ули, там никого не было, ты на меня орешь. Давай, айдай, шмазган, как он. Пропускай на... И вы откажемись, там нормально татешка вот. Вообще ты нормальные песни слушай, что такое-то? На твой поставим, можешь выходить под эту песню. Ой, блядь! Аким мёрзкий, блядь! Перевери меня, что вот так вечно буду. Свой гроб тоже сам понесу, да вот так. Извините, обознай, можно войти? Ой, Кишеринс к Кирге Балама? Мне вообще-то некогда, я Алтенбельга. И да, я знаю, где девчонки двигаются. Сегодня в школу на машине приехал. Эх, ты что, блинучки? Че ты понтуешься, что ты в 6 лет пошел в школу? Жандос запарил, отыграй. Не завязывайте, пацаны, не буду я лоха играть. Не надо эту надпись музыкой делать. Жандос, ты где до 7 утра шляешься? Мы с пацанами на компах были. И че, вы до 7 утра играли? Нет, только до 2 играли. Че вы делали до 7-то? Ну... Я увидели только что, кто прошел, пацаны, это коры. Ну ладно, давайте, пацаны, я пошел лучше тороплюсь. Конечно, лузеры уходят первые. По идее, я меньше всех сливался. И 30 визитей прекрасно. И 30 витязей прекрасно. Тупой стих. И 30 витязей прекрасных. 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 И 30 витязей. И 30 витязей прекрасных. И с ними дядька их морской. Ну и Ахмат тут же просто. Дядька, представь, дядя Толика, только он морской. Алло, Татьяна Александровна, здравствуйте. Это мама Ахмада. У нас такая проблема, вот Ахмат не может выучить вторую часть. А можно мы первую часть выучим, потому что она будто бы легче получается. У лукоморья дуб зеленый, золотая... Цепь на дубе. Том. На том дубе. Я не могу выучить, сама выучи. Легкотня.